Дорогие друзья, мы космонавты Роскосмоса, Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. От всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим Новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия. В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кто нуждается в поддержке, подарить чудо тем, кто рядом с нами. Давайте делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим. Как известно, Новый год – это семейный праздник, но сегодня мы отмечаем его вдали от своих близких. Тем не менее, мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем и каждому из вас. Будьте счастливы и любимы! С Новым годом!